Здравствуйте, друзья! Итак, праздники закончились, Пасха позади, и сегодня... Юль, какое сегодня число? Значит, всех, кто еще не знает, я ознакомлю вас с этой женщиной. Здравствуйте. Вот, значит, Мельникова, так, Юлия Сергеевна. Значит, чтобы... Кто-то думает, даже было такое, что чуть ли не случайный человек. Двоюродная сестра Сергея Железова, которого уже знают тысячи садоводов. И уже купили у него саженцы. Значит, еще одно направление, которое дальше будет зависеть только от Юли. Это значит, что сейчас будут посажены абрикосы. Вот, и абрикосы эти прививаться не будут. Значит, и мой 40-летний опыт показал, 40-летний, вот, что абрикосы, которые мы называем сыновья манчжурского патриарха, дают по большей части съедобные плоды, часть даже сладкие плоды. Вот, урожаи предельные для них 20-30 ведер, конечно, не каждый год. Вот. И они должны быть в каждом саду. Итак, что такое смешанный сад? Вот он перед вами. Значит, здесь подряд идут. Так, с Юлией Сергеевной познакомились? Что сейчас она будет делать? А потом прогулка по саду. Рассказываю. Вот это вот то, чего не купили у нас наши клиенты. Почему они не купили? Вы думаете, это всю страну обеспечили? Нет. Это значит, что кто хотел, купил. И в это время, пока мы собирали посылки, а делала это все, вот она, Юлия Сергеевна, в это время перерастали и портились часть косточек. То есть они всходили прямо в холодильнике. В какой-то момент мы сделали ревизию. То есть мы достали все косточки, отделили переростки. Вот они, переростки. Смотрите внимательно. Видите? Вот. Вопрос возникает, можно ли их садить? Вот, честно говоря, на 100% схожесть мы не рассчитываем, но и в то же время эти переростки выбросить у нас не хватает, как сказать, смелости. А вдруг? И вот тогда вот это вдруг сейчас окажется на грядке. Зайдут, не зайдут, а мы же с вами кто? Лично я и для вас многие называют учителем. Вот будем учиться. Взойдут, значит, это пригодится всем. Не взойдут, значит, не будем больше заморачиваться. А теперь представим себе, что они взошли. И тогда наступит осень. Юлия Сергеевна даст объявление с моей помощью. Вот. Кстати, люди знают, что ты моя кума? Нет. И моя племянница? Не знаю. Пусть знают. То есть это получается, что мы близкие родственники. Итак, придет осень. Или поздней осенью мы не халтурим. Когда лист будет сбрасываться или сброситься именно с этих самых. Вот. Ой, осторожно, они не ломаются? Может, вначале пальцем дырочку? Да? Так, все, не ученого учить, только портить. Давайте в целом рассуждать. В целом. И так получается, что... Так, сейчас. Ага. Сейчас я сделаю маленький перерыв.